Шеф-повар Максим Григорьев. Мясной хлеб с картофелем. Что может быть вкуснее сытного и сочного блюда из мяса на ужин? И на обед, на перекус. И даже на праздник или пикник. Мясной хлеб можно приготовить на любой случай жизни. Он может служить и основным блюдом, и закуской. Чем универсален рецепт, так это разнообразием сортов мяса. Вы можете заменить все только куриным филе, свининой, говядиной, дичью. Но богаче на вкус именно сочетание разного мяса. Приправьте блюдо любимыми специями. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Говядина, мякоть 200 грамм. Картофель 3 штуки. Куриное филе 550 грамм. Лук репчатый 1 штука. Лук, шалот, зелень 1 пучок. Овсяные хлопья 1 столовая ложка. Орегано, душица, свежая 1 веточка. Перец черный молотый 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Тимьян, чабрец, свежая 1 веточка. Чеснок 2 зубчика. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Подготовить продукты. Для большего аромата и вкуса, можно замариновать мясо на сутки в любимых травах и специях. Шаг 2. Пропустить говядину 200 грамм, картошку 3 штуки, лук репчатый 1 штуку, чеснок 2 зубца через мясорубку. Добавить порубленную зелень, 1 веточка тимьяна, 1 веточка орегано и 1 пучок лука-шалот и хлопья 1 столовая ложка. Шаг 3. Добавить 2 яйца, соль по вкусу и 1 щепотку перца черного молотого, вымесить фарш. Шаг 4. Смазанную маслом форму для запекания выложить фарш и разровнять ложкой. Поставить в разогретую до 180 с духовку и выпекать примерно 40 минут, до золотой корочки. Шаг 5. Так выглядит готовое блюдо. Аромат потрясающий. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.